Рабочий день с 6 утра и до 11 вечера. Все это время они вместе, в поле. Он за рулем комбайна тщательно убирает в буквальном смысле каждый посаженный аграриями Беловежского колосок. А она всегда рядом, следит, чтобы работа была выполнена качественно и в срок. Супругов Валерия и Татьяну Кухта в родном хозяйстве знают многие. Все потому, что к своему делу они всегда подходят с особой любовью и вниманием. Мне нравится очень этот труд. Я работаю механизатором заради уборки, заради техники комбайна. Можно сказать, чтобы где-то работать и в этом. Я лучше работал, но на уборку, на комбайне я шел бы, конечно, с удовольствием и жду, конечно, этого времени. В сельском хозяйстве Валерий Кухта с малых лет. Он часто любит вспоминать, как впервые в 15 оказался на борту комбайна. С тех пор ни одно уборочное страдание прошло без его участия. Татьяна в паре с супругом трудится только второй год и только когда уходит в отпуск. В школе, где трудится женщина, об этом уже знают и стараются идти навстречу. Я уже работаю второй год, уже более-менее знаю, как что. Мне уже как бы даже легче по сравнению с прошлым годом. Так что я уже привыкла даже, уже нормально. Переживаешь уже, вот погода была такая неустойчивая, уже переживаешь, чтобы быстрее убрать, потому что чтобы меньше было потерь. Поздравить первых тысячников региона председатель Брестского облсполкома Анатолий Лис отправился прямо в поле, на участок, где трудятся Валерий и Татьяна. В торжественной обстановке в присутствии коллег свои заслуженные награды передовой экипаж получил от руководства региона, района, областного профсоюзного объединения. Никогда легких уборок не бывает, да, в этом году особенности есть уборки, о том, что она начинается позже, практически на 2 недели мы начали позже и отстаем. Если в прошлом году мы уже подходили к 50% уборки, то в этом году всего 28% убрали вот на утро. Мы изначально планировали, и эту цифру подтверждаем, что мы должны собрать не менее уровня прошлого года. В прошлом году мы собрали зерновых колосовых 1 200 000 тонн. Поэтому на эту цифру мы ориентируемся. Сегодня работа на площадях открытого акционерного общества «Беловежский» идет в полную силу. Техника и экипажи активно трудятся, чтобы поддерживать высокую планку первенства. На сегодняшний момент убрано у нас около 32%. 100% убран рапс, поэтому объемы для нас приличные. Если говорить о ресурсах в плане зерноуборочных комбайнов, значит, работает всего сейчас в хозяйстве 35 единиц, из них 29 единиц – это наши комбайны и 6 единиц – привлеченные комбайны с других организаций. Всего в Брестской области уже убрано практически треть от общего количества площадей. Однако цифра эта меняется в буквальном смысле ежечасно. В полях трудится более 1500 комбайнов, и нагрузка на каждый порядка 23 гектаров. В этом году уборочная кампания началась на 2 недели позже. Однако установившиеся погодные условия дают шанс справиться с уборкой в поставленные сроки.